Первый зампред Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина проверила качество ремонта в подъездах микрорайона «Новая Трехгорка». Парламентария осмотрела подъезды в многоквартирных домах номер 25 и 35 по улице Кутузовская. Все материалы цвета, краски стен, тон напольной и настенной плитки и другое согласованы с жильцами. Жители очень довольны, и все работы, включая сроки выполнения, находятся под их контролем, подчеркнула парламентарий.